В Международный день семьи мужчины на руках носили своих женщин. Правда, некоторых потом головой в лужу роняли, а других в песке валяли, как в панировке. Всему виной чемпионат по забегу с женами. Как правильно сесть на шею благоверному и при этом удержаться, расскажет Яна Пучкова. Около 30 семейных пар решили проверить не только свои чувства, но и совместимость ноги-плечи. Главное условие – иметь свидетельство о браке. Да и вес благоверной не должен быть менее 49 килограммов. С виду легко, а на деле пошла жара. Все участники по-своему взгромоздили любимых на плечи. Кто-то боком, а кто-то ножками вперед. Остальные жены глотали пыль, вися вниз головой. Дистанция в 253 метра подготовила препятствия в виде песка, покрышек и водных катакомб. Трудность объединяет. И думаешь, надо это сделать, надо бежать. Действительно, были такие моменты, когда я думала, сейчас он мне все уронит. Нет, слава богу, молодец. А вот этим девушкам повезло меньше. Баба с возу кобыли легче, это про их мужей. Искупали в озере, а вдобавок еще и в песок уронили. Тут дело, видимо, в годах совместной жизни, потому что эта парочка 27 лет вместе, поэтому никаких конфузов не случилось. Ольга-то знает, как уверенно сидеть на шее. Мы выбрали такой способ, чтобы нас меньше... Чтобы мне было не страшно, я видела, куда меня несут. Ей, во-первых, видно все, мне ее достаточно удобно держать и легче держать равновесие. И она хотя бы не мешает, когда рукой не машет оператор. Потому что она пережимает мне тогда шею. В итоге в лидеры выбились 3 пары. Время победителей – 1:40. Как признались финалисты, после таких испытаний судьбы любить своих половинок хочется еще больше. Был полный акцент на нее, а остальное легко преодолели. Почему не первые? Потому что мы лучшие, наверное. После удачного опыта подобные чемпионаты планируют проводить еще с большим размахом. Так что, девушки, усаживайтесь поудобнее, как говорится. Яна Пучкова, Руслан Хасанов, Новости Ревю.